Вы на канале «Умно и разумно». Хотите очистить почки от камней и песка? Тогда следуйте этим советам. Нужно взять темный изюм без косточек, перец черный горошком. Душистый перец здесь не пригодится. Что нужно делать? Изюминку разделяем на две части. В середину вкладываем одну горошину перца и соединяем. Схема приема такова. Первый день одну изюминку, второй день две изюминки, третий день три изюминки, и так 10 дней. На 11 день надо принять тоже 10 изюминок, а затем убавлять по одной. 12 день 9 изюминок, 13 день 8, 14 день 7, и так до одной изюминки. Нужно все хорошенько, тщательно и обязательно прожевывать, не спеша. Принимать один раз в день, утром до завтрака. Если при разжевывании 5 и более изюмин будет жечь у вас язык, то запивайте водой. После 21-дневного курса 3 дня необходимо пить мочегонные средства. После небольшого перерыва в 3 дня принимайте изюм еще 20 дней по той же схеме. И снова 3 дня принимайте мочегонные средства и курсы. В общей сложности у вас получится 3 полных курса. Первое время моча будет мутной, а после, по мере того, как будет выходить песок, она станет постепенно светлеть. После курса лечения следует сделать УЗИ.